72 года назад, 2 июля, в США впервые зафиксировали летающую тарелку. Поэтому именно в этот день празднуется Всемирный день уфолога. Его еще называют Днем НЛО. Верят ли в существование инопланетян жители нашего города? Давайте узнаем. Конкретно в НЛО, наверное, нет. Но что существуют какие-то, наверное, высшие силы, возможно. Вообще-то они должны где-то быть, потому что жизнь многообразна, она должна быть на других планетах. И видели мы даже сигарообразные зеленого цвета. Безусловно, они существуют, и другие цивилизации, и параллельные миры, и все на свете это есть. Почти не верю. Если вы все-таки встретите инопланетянина, что первое вы сделаете? Первым делом я поинтересуюсь, зачем они к нам вообще прилетели, по большой сути. Потому что есть очень много прекрасных анекдотов на тему разумности землян относительно инопланетных цивилизаций. Сначала бы поздоровался, потом пригласил себе пить чай. Есть ли жизнь на Марсе? Спросила бы. И вообще, есть ли какие-то частички жизни на других планетах? Тему НЛО для вас изучали Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24.